Во улице Рытюс Выжигутинского района прошло первенство Карачаево-Черкесии по армспорту среди юношей. В турнире приняли участие более 100 спортсменов из разных районов республики. Победители данного соревнования будут представлять наш регион в первенстве России по армрестлингу. За ходом состязания наблюдал и наш корреспондент Александр Пшоков. Спорт мужественных и выносливых людей. Первенство Карачаево-Черкесии по армрестлингу собрал лучших спортсменов из районов и городов республики. Юноши от 14 до 21 года боролись за победу, демонстрируя свою твердую хватку и мастерство. Подобные турниры давно не проводились из-за пандемии. И теперь наша задача готовиться к различным соревнованиям, показывая потенциал в этом виде спорта, отмечает президент Федерации по армспорту в регионе, заслуженный тренер России Умар Узденов. Три возрастные категории у нас. 14-16. 16-18 и 18-21. Было порядка, сколько после пандемии у нас 105 спортсменов набралось на три весовые категории. Видно, что новые таланты будут у нас, новые чемпионы появятся в этом году. Будем надеяться. Большой акцент тот во время пандемии тренера делали на общую физическую подготовку. Упорная борьба на двух столах. В этом виде спорта важна не только физическая сила, но и высокое техническое мастерство. Тренеры нас готовят, объясняя, как нужно использовать тот или иной прием при ведении схватки. И сегодня победят те, кто готов идти до победного конца, отмечают участники первенства. Тренер готовил, тренировался много. Особо сил не прилаживал к соревнованиям. Удалось победить, занять первое место. Готовился каждый день по понедельникам, средой и пятницей. Готовился хорошо. Сегодня показал не лучший результат, потому что забился. Потенциал у спортсменов большой, и наставники надеются, что ребята достойно представят республику на международных соревнованиях. Очень хороший результат у нас, у наших спортсменов. Этот турнир, это первенство, отбор на Россию, будет проходить в марте в городе Адлер. Кто занял первые места отборочные, те спортсмены будут представлять нашу республику на России. И успехи, я думаю, у нас будут очень хорошие результаты. В итоге в ходе состязания в общекомандном зачете победителями стали юные армрестлеры из Карачаевска. Серебряные медали первенства республики завоевали спортсмены из Малокарачаевского района, и бронзовые медали достались воспитанникам спортивной школы смешанных единоборств из Карачаевского района. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Усть-Джигутинский район.